Всем привет, друзья! С вами Ксюша, и сейчас я, во-первых, обращусь к тем, кто на меня не подписан. Вот вы сейчас посмотрите видео, и вы можете меня потерять навсегда. На просторах YouTube так происходит, то есть, возможно, вы больше никогда меня не увидите, поэтому подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик рядом со значком «Подписаться». И будет вам счастье, будем вместе смотреть мои покупки из фикс-прайса. Очередной набег на фикс-прайс закончился вот такой вот огромной кучей вещей. Обычно в фикс-прайсе ничего супер нужного и жизненно необходимого не покупается. Это такое приятное времяпрепровождение, шопинг без сильного удара по кошельку. Что-то для дома, что-то для празднования 14 февраля, потому что именно в канун этого праздника это все и покупалось. И, короче, давайте я вам просто все покажу. Тапки. Это четвертая пара вот таких тапочек, они стоят 99 рублей. Я знаю, что это не самые лучшие тапочки, и добавив всего там, не знаю, еще 100 рублей, можно купить отличные тапки, которые прослужат дольше. Но мне не надо дольше. Тапки, даже если вы их стираете, имеют тенденцию впитывать в себя неприятные запахи. От этого никуда не деться. А от частых стирок понятно, что тапки приходят в негодность. Поэтому вот я такие поношу, поносят мои гости. Я купила для того, чтобы все, там, вся моя семья, а у нас у всей семьи как на подбор, 35-36, то есть вот такой размер, носили эти тапки, когда приходят ко мне в гости, либо я буду носить. Нормальные тапки, они сначала как-то узковаты, потом они чуть растягиваются, пойдет. Также для дома я купила вот такие вот, как это назвать, очищающие таблетки для сливного бачка. Якобы эти таблетки убивают микрофлору негативную в воде сливного бачка, когда вы смываете, вы там, ну, не знаю, я не верю. Я знаю, что эти штуки приятно окрашивают водичку в голубой цвет, это как-то, ну, мило, не знаю. Классная вещь, до 500 смывов они обещают, ну, посмотрим, не знаю, что из этого выйдет. Просто приятная штука. Давайте вам все домашнее покажу, а потом уже как-то перейдем к остальному. Санитол. Уже брала такой санитол, по-моему, я все время их путаю. Там санфор, санитол, мне это все так рядом. Взяла, потому что у меня средство заканчивается, и ехать куда-то в Ашан или в Ленту я не планирую в ближайшее время, поэтому схватила. У меня эти средства очень быстро расходуются. Мне нравится, когда у меня идеально чистый унитаз. То есть я его чищу не раз в неделю во время генеральной уборки, я его чищу каждые 2 дня, каждые 3 дня. Вот мне просто нравится, когда он идеальный, знаете, у меня сразу ощущение какой-то, ну, такой первозданной чистоты в доме, не знаю, прям приятно. Но я вообще зареклась покупать дешевые средства для туалета, ну, вот так вышло в этот раз, в следующий раз куплю что-нибудь дорогое и приличное. Ас! Слушайте, когда подошли к вот этой витрине, я говорю: Люш, нужен отбеливатель. Илья сразу показал, сказал: тетя Ася приехала, надо брать. Это вот мы, да, поколение 90-х. Сейчас молодежь вообще не знает, что тетя Ася приехала, никто не понимает, о чем речь. Видимо, вот настолько это хитрая реклама была, что до сих пор у нас на вот подкорочке записано, что нужно брать ас. Я вообще не помню, чтобы мы его когда-то брали, если честно. И вот это в моей взрослой сознательной жизни первый опыт, буду пробовать. Иногда нужно что-то отбелить. Ну, это обычно детские вещи, либо какие-то кухонные полотенчики, какие-то такие, ну, мелочевка. Но если ее просто стирать, нету эффекта вот прям белизны, чтобы оно, знаете, как будто светится. А я очень люблю такой эффект. От Саниты взяла вот такое средство для чистки вот таких вот плит. У меня именно вот такая плита. И сейчас я купила средство какое-то там у меня стоит от Мистер Мускул, по-моему, какое-то там супер-пупер очищающее жир. Но оно странное. Я его когда нанесла на плиту, вот пригаренки, какой-то жир, что был на плите, он наоборот свернулся, и я его не могла очистить. То есть, если бы я просто водой терла, было бы лучше. Я не знаю, что это за магия, это черная магия какая-то, так не должно быть. Поэтому взяла вот такую штуку. Пойдет хорошо, нет, ну что-нибудь буду ей чистить. У меня вот такие штуки вообще не пропадают, за исключением тех, которые супер химические, которые я просто выкидываю, потому что, ну, они явно отравляют все вокруг себя, я выкидываю.
Ну что, попробуем. Я надеюсь, будет работать. Вот такие плиты вообще очень тяжело мыть. Кто знает, тот знает. На них остаются разводы очень сильно от всего. Их нельзя поцарапать ни в коем случае. Короче, трэш, с ними трудно. Попробуем. Кальмарчики. Кальмары Порт-Артур. Мы их брали 2. Пачечку съели вчера, и вот осталась еще одна. Очень классно, нам почему-то нравятся, очень вкусные кальмары. Кальмары, это, знаете, такой продукт, который где-то можно найти за огромные деньги. Вот такие сушеные. А где-то можно найти вообще за копейки. В Ашане они на развес продаются по 600 рублей килограмм, например. Такие пакеты гигантские. Вот, ну мы взяли тут 50 грамм за 50 рублей, ну почему и нет. Второй раз беру вот такую приправу для макарон в сливочно-сырном соусе с грибами, курочкой, очень вкусно. То есть это посыпушка, это просто специи, которые вы добавляете, когда готовите основное блюдо. Это очень вкусно. Понятно, что я так предполагаю, что здесь есть какая-то дрянь. Ну пишут, что нет. Пишет, что нет, что здесь только там все натуральное. Очень вкусно. Оно такой вкус придает вот этим макарошкам. Блюдо очень простое. Вы там лучок, грибочки, ну, по-моему, без лука, но я лук добавляю всегда, потому что это объем, это вкусно. Лук, грибочки обжариваете, курочку обжариваете, обязательно ее надо резать соломкой, так действительно вкуснее получается. Все это обжариваете, засыпаете эту приправу, заливаете пол-литра молока туда же добавляете и отвариваете отдельно макароны, потом все это смешиваете. Это дико вкусно, классная вещь. Из косметики меня Fix Price давно ничего не привлекает. Вот совершенно. Я захожу каждый раз, думаю, что-нибудь возьму, попробую, расскажу, и как-то нет. И вот появились вот такие чудесные ведерки. Это скраб для тела с лифтинг-эффектом, кофейный. Здесь кофейный жмых и сливки, якобы. Ну, не знаю. Я очень сомневаюсь по поводу сливок. Тонизирует, ну, понятно, делает все на свете, омолаживает. Вообще, это самое волшебное, что вы пробовали в своей жизни. Они всегда так пишут. В составе сахар, масло миндаля, масло виноградной косточки, глицерин, вода, кофе. Так, молочный протеин, пудра йогурта, масло зеленого кофе. И начинается какая-то химия, но это самые уже последние, да, вы понимаете. Я думаю, что это какие-то консерванты, потому что все до этого названное очень натуральненькое. Ну, попробуем. Но это не так уж и дешево. 155 миллилитров и 55 рублей. Ну, мне кажется, можно что-то... Ну, неважно. Попробуем. Давайте, кстати, понюхаем, как он пахнет. Я даже не вскрывала. Ну, да, пахнет кофе. Ну, такой, знаете, запах дешевенький, не как у Рише, например. Ну, я сравнила, конечно. Ну, классно. Ну, меня смущает, что он такой желеобразный. То есть он прям как желе. Ну, ничего. Будем тестировать в пустых баночках, все вам расскажу. А вот такие маркеры. У нас такие маркеры уже были. Они высохли. Ну, долго они у нас пролежали без дела, потому что мы ими, знаете что? Вот видите, у меня ламинат темный. Когда что-то на этот ламинат падает, кусочек ламината маленький, откалывается, и образуется такая вот, как сказать, белое пятнышко. И вот это белое пятнышко выглядит, как будто мусор на полу. Это ужасно. Я хожу, подметаю, и тут вот такая история. Это неприятно. Да, я знаю, что теперь туда будет попадать водичка при мытье полов, да-да-да, но ничего с этим поделать нельзя. Это жизнь. Чисто декоративно убрать эту проблему вполне возможно. Я чего только не делала, я и икеевские такие черные столы мазала вот этими маркерами. Но, насколько я помню, какая у меня была претензия, что сильно цвета не отличаются. То есть вот этот вот самый светлый, он не такой уж и светлый. Вот. Так что, ну, это такое приятное спасение, сильно не напрягает никого, надо брать, я считаю. И если у вас есть какая-то царапина, которая бесит вас до нельзя, ну, возьмите и спасите свои нервные клетки. А это то, что разрушает мои нервные клетки. Я взяла себе записную книжку с Биг Беном. Англия – это моя мечта, очень хотелось бы поехать. Все книжки, вот эти вот записные, да, ну или тетрадки, неважно, были испорчены вот этой наклейкой 55. Вы что за люди? Наклейка, посмотрите, какая... Сейчас.
Видите, как она плотно прилипла? Все такие были. Смотрите, какая чудесная целая сторона. Лепи не хочу. Но нет, они прилепили на лицевую. Я очень буду надеяться. Ну, вот она... Ну, смотрите, как оно отдирается. Верхний слой слезает. Ужас. То есть, ну, я сейчас потрачу там некоторое время, да, для того, чтобы отодрать эту наклейку. Ну, зачем так делать? Ну, это же очень нехорошо. Тетрадочка приятная. Я сюда буду записывать дела по YouTube. Здорово, у меня такая уже есть. Я писала в разных местах, и она какая-то вся получилась исписанная. Поэтому сейчас вот возьму вот такую. Возможно, это будет, знаете, такая, где тут вот, визуализация. Буду смотреть на этот Биг Бен. И когда-нибудь я попаду в место своей мечты. Я все-таки еще, оказывается, и мать. Вот такую книжку «Телефон» Корнея Чуковского мы взяли ребенку. Плотный картон. Эти книжки не такие, знаете, там на пару раз почитать. Мне понравилось, что яркие картинки, мне понравилось, что книжка неправильной формы, вот такой, да, форме телефона, потому что ребенку сейчас показать такой телефон, хоть где-то его показать. Сейчас все телефоны это наши там смартфончики, да, то есть наши дети вот с этой штукой уже управиться не смогут, да, они по дисковому телефону не звонили. А мы звонили, мало того, что по дисковому телефону, из автомата на улице звонили. Мы на пейджер сообщения отправляли. О, вообще, у нас поколение, знаете, мы пережили все на самом деле. Мы такую застали вообще линию прогресса, вот вектор такой резко вверх. Это что-то, это что-то. Книжка яркая, приятная. Единственное, что меня смутило, все книжки, которые там были, посмотрите, они, как показать, она неровная, она... Видите, вот согнуто вот так вот, но ровных книжек не было. Ну, ничего страшного, на содержание это никак не повлияло, поэтому взяли ребенку. Вчера она уже немножко полистала, стихи слушать не стала, ну, как бы, вот такой у меня ребенок. Из коллекции 14 февраля я взяла вот такую корзинку. Эти корзинки прошлогодние, в прошлом году их было очень много, это была новинка, ну, и в этом году, видимо, они хорошо распродавались, они сейчас тоже их продают. Я эту корзинку взяла, вдохновившись видео Маргариты Старбэби. Она рассказывала о том, как организовать свой туалетный столик. У меня такая одна корзинка есть, я решила взять две, чтобы у меня как-то стояли, что-то в них сложу. То есть это бумажные жгутики, которые протянуты через проволочный каркас. Все очень легко и просто, классная вещь, почему нет? Вдохновившись идеей 14 февраля, вот такую фоторамку я взяла, но... Я решила использовать эту фоторамку не по назначению. Я вот сюда фотографии, тут, ну, вот обычные, да, вот такие вот штуки, которые вы отгибаете, я не хочу ее так использовать. Я, скорее всего, повешу ее на дверь. Вот как рождественский венок вешают, вот так я повешу вот такое сердце, и когда муж будет идти с работы, и я буду там возвращаться с ребенком с прогулки или откуда-то, будет приятно, потому что такой какой-то приятный момент, что дома ждут, дома любовь, дома спокойствие, ну не знаю, мне кажется, это будет очень мило. То есть так вот все грубо сделано, такие вот канатики, мешковина, вот как-то это все так прикольно. И вот эти цветочки, они мне очень нравятся. Вот, ну, прям они почему-то, не знаю, радуют мне взгляд, взор, не знаю, как сказать. Классно. Вот повешу, и вместо рождественского венка. По времени уже пора бы снять рождественский венок. Ну, и вот такой я взяла магнитик «Любовь, это ты». Сейчас покажу его поближе. Я его, понятное дело, повешу на холодильник 14 февраля вместе с какой-то запиской для супруга приятной. И вот этим магнитиком... прижму эту записку. Будет мило и приятно. Обратите внимание, здесь сделано отверстие, то есть при желании вы можете куда-то повесить этот магнитик. Ну, по-моему, очень даже мило. Выбор там огромный, там для мужчин, для женщин, вот ну, такие, да, послания любовные. Я выбрала нейтральный, «Любовь, это ты». Ну, по-моему, это очень классно, почему нет, приятная штучка. И уже разобрали в фикс-прайсе, до этого были, расскажу вам. Наборы по 55 рублей, наборы валентинок. Прям такой, знаете, солидный набор с веревочками. То есть вы мало того, что можете подписать их, бросить в почтовый ящик, вы можете куда-то повесить, но приятно. Особенно это классно для школьников. Вот, допустим, у меня в школе у нас были вот эти, как они зовутся?
Почта у нас была, и там люди кидали валентинки, и прям по классам разносили валентинки. Было здорово. Ну и последнее, что я взяла в фикс-прайсе, это две корзиночки мои любимые. Слушайте, вот такую корзинку я уже брала. У меня ее отжала дочь, и в ней сейчас лежит какая-то посудка ее. Ей очень нравится собирать в такую именно корзинку. И вот такая корзинка, это, наверное, для цветов, да? Корзинка овальная написана, непонятно для чего. Но мне почему-то кажется, что это для цветов, да, вот так как-то горшки поставить, не знаю. Я хочу ее куда-то на свой туалетный столик приспособить и собирать сюда, не знаю, пустые баночки или продукты косметические для видео, ну что-то собирать, потому что, ну, неудобно как-то это все таскать, и все-таки вот так это как-то эстетично, красиво, прям вот то, что нужно. Мне очень нравится, по-моему, это мило. Вот и все мои покупки из магазина Fix Price. Я призываю вас подписаться на мой канал, на мой Instagram, на мою группу ВКонтакте, там всегда весело, интересно. Я очень сильно вас всех люблю, напишите, что из того, что я показала, вы покупали в Fix Price, что бы вы хотели найти. Вот я сейчас очень, допустим, хочу найти акриловые контейнеры, которые якобы для чего? А вот для чего? А, ну они для канцелярских принадлежностей, но на самом деле их все используют под косметику, под кисти. Вот очень хочу, пока не находила. Пишите мне комментарии, ставьте лайки этому видео, я очень вас люблю, спасибо, что были со мной, и пока!